Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру «Растения против зомби», и у нас на очереди бонусная миссия «Пиньята». Бонусные миссии из серии Big Hair уже подошли к концу, мы возвращаемся в пиньяту. И на поле уже есть вулкан. Первое растение, думаю, что не последнее. Хотя, если мы будем проходить с вулканом, тоже миссия получится очень неплохой. Тем более, что соперники серьезные, там есть и босс, маг, в общем, можно сказать, сильные оппоненты будут у нас в этой миссии, поэтому вулкан очень даже пригодится. И если не будет никакого растения, то ничего страшного не будет. Вулкан практически справляется со всеми противниками, за исключением босса. Вот боссу вулкан нужен побольше, чем одна единица. Помимо вулкана сейчас получаем магнит. Будет полезен против рыцаря из компании Dark Ages. Вулкан очень хорошо притягивают такие вот доспехи. Появляется сейчас маг на поле, и на нас надвигается большая волна. С магом на поле будет немножко тяжелее, потому что у нас есть и горох, а с другой стороны горох, можно сказать, не в счет. Особо каких-то изменений он не производит на поле. Слабое оружие против особенно рыцаря, либо же других зомби, которые в доспехах. Так что можно сказать, горох у нас для антуража на поле. Больше всего спасает вулкан, к сожалению, который мы сейчас не получаем. А маги все превращают в овец. И магнит, и горох. Но ничего страшного нет. Самое главное, что мы сейчас получили вулкан, который, к счастью, не прибывает. Мы его ставим на вторую линию. И он убирает небольшую группу. А сейчас задействуем плант для гороха. Горох даже не смог разобраться с магом. Так обычно после мощной очереди гороха мы убираем всех противников. Но вот что-то с магом пошло не так, и мы его не убрали. Сейчас получаем плант. И на нас идет босс на третьей линии. Там есть вулкан, но вряд ли он сможет с ним разобраться сразу. То есть надо парочку вулканов. Однако с другими зомби тут уже получше получилось. Мы убрали группу. Потому что группа это могла заслонять зомби от гороха. Хотя, как я уже сказал, горох не в счет. Но с другой стороны, если использовать план, получится очень неплохое вооружение. Только с плантом в этой миссии что-то горох будет делать. У нас остается последний зомби на первой линии. Мы его сейчас убираем с помощью вулкана и проходим данную миссию. После чего будем открывать призы. Итак, у нас в первом подарке попадаются деньги, во втором рассада, и в третьем мы находим новый костюм для арахиса. На этом будем прощаться, подписывайтесь, комментируйте, до новых встреч, пока!